Итак, дорогие, у меня на обзоре вот такая установка. Это щепорез для переработки веток. Алка 2400. Это 2,4 киловатта. Вот его характеристики. Почему я решил сделать обзор? Потому что модель очень удачная. Я покупал его бэушным. Модель попалась очень хорошая. Перерабатывают вот такие 2-2,5 сантиметра березовые ветки. Очень хорошо. Особенно если они влажные. Свежие, не сухие. Когда сухие, наверное, надо немножко меньший диаметр. Я не пробовал, думаю, что будет все равно работать, но нужно беречь его. Очень хорошо, сейчас покажу, как она перерабатывает, покажу, что внутри. Он полностью металлический, все механизмы внутри. Там бывает так, что пластиковая направляющая, здесь все металл. Сейчас сначала покажу, как это работает, а потом покажу, что у него внутри. Работает очень хорошо. В свое время я выбирал, и мне сложно было это сделать, но попалась очень хорошая модель. Я покупал, правда, был, но вот такую щепу он режет, как бы очень очень здорово. Чтобы показать внутри, сейчас я вот это откручу. Правда, длинный болт, поэтому сейчас поставлю на паузу. Итак, после откручивания откидывается, и вот, в общем-то, здесь, смотрите, бывает так, что вот эта вот часть направляющая, пластиковая, она ломается, если она пластиковая. Здесь же все металлическое, ножи острые до сих пор. Я ни разу не точил, не знаю, точил ли предыдущий хозяин, но он сказал, что он, вообще она почти как новая, и сказал, что почти не пользовался, все в краске, смотрите. Я пользуюсь уже второй год. Не очень много я пользуюсь, но однако. Вот так вот это выглядит. Вот так. Покажу с этой стороны. Электродвигатель находится вот здесь. 2,4 киловатта. Очень хорошо. То есть я выбирал помощнее, не прогадал. Режет все подряд. Мне все очень нравится. При случае можете выбирать такую модель. Здесь специальная такая штука, концевик электрический, чтобы не включилось, если пока вы не закроете вот эту крышку. Поэтому, в любом случае, как я и сказал, модель интересная, потому что показала себя с хорошей стороны. И обратите внимание, что вот эта штука должна быть железной.